Здравствуйте, сейчас проедем на верхнюю зону, там сделали дорогу объездную, где ездили фуры. Посмотрим, как ее сделали. По плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов. Питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, 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 а наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз. И только длинные дороги полностью за нас. Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога. Да, действительно, дорогу сделали. Отсыпали, ну, был у них там укачек. Отсыпали, верхний слой сделали асфальтным срезом. Посмотрим, насколько ее хватит. Как качественно себе сделали дорогу. Будем надеяться, что она продержится, что не будут доставать они больше местных жителей. И вот эта асфальтная крошка, она от нее не будет столько пыли, как в том году. Люди хоть вздохнут.